Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy M52 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить геометки в камере. Для этого мы открываем саму камеру. После того, как мы открыли нашу камеру, мы включаем теги местоположения. Мне предлагают это сделать. Давайте я отменю и покажу вам, как это сделать при повторном входе в камеру, когда у вас уже нету такого пункта. Тогда мы в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку. Дальше пролистываем немножечко вниз, ищем здесь пункт геотеги и нажимаем на него. Дальше нам нужно обязательно сделать несколько вещей. Во-первых, нам нужно убедиться, что у нас на телефоне включена локация. Во-вторых, мы зажимаем нашу камеру и выбираем пункт «И» или же «Информация», находим разрешение. И нам обязательно камере нужно дать разрешение на использование местоположения, то есть галочка должна стоять здесь. После того, как мы все проверили, мы можем зайти в камеру, сделать фотографию. У меня стоит ночной режим, фотография делалась немного дольше. Дальше в правом нижнем углу нажимаем на три точечки, выбираем пункт «Сведения». И видим, что у меня все еще ничего не работает. Почему же так? Потому что камере нужно дать некоторое время, чтобы этот пункт начал работать. Пункт начинает срабатывать обычно где-то через, ну, я не знаю, секунд 30, может минутку после включения этой функции. Так что нужно подождать. Давайте я выключу, к примеру, оптимизацию сцены и попробуем еще раз. Давайте сделаем на переднюю камеру даже фотку. Почему бы и нет? И зайдем еще раз в сведения. Вот и появился у нас адрес, то есть точное местоположение, где я сейчас нахожусь и где я сейчас сделал эту фотку. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. Пока!